Наверное, тот мяч пропущенный, который в начале немножко нас подкосил, плюс пенальти, плюс там куча нереализованных моментов, да, то есть полное владение, инициатива, первый тайм, создали столько моментов, то есть, да, ну, второй тайм, наши два центральных защитника, конечно, очень слабо сыграли эту игру, так что, ну, а так в целом, то я благодарен ребятам, они выдержали этот темп, и самое главное, что у нас есть команда, есть рисунок игры, играют в футбол, плохо нет болельщиков, я думаю, чтобы они подгоняли нас, и сегодня мы бы даже, наверное, и сравняли бы счет. Ну, а так, что настраиваемся на новый сезон. Так что будет в новом сезоне, мы видим новая команда. Ну, не новая, старая, но, я думаю, новых пару-тройку игроков к нам придет, достаточно хороших, квалифицированных. Так что сегодня деякі гравці були відсутні, да, яких ми звикли бачити в основному складі. Ну, закончились контракти у Хомченка, він не захотів підписувати, у Лозового він не захотів підписувати. Ну, Сані Чепелюку дали відпочити, він залишився вже там вдома. Тому будемо шукати нових людей, таких як Твердохлеб, да, молодих, перспективних. Так що які відчуття, коротке міжсезоння буде, да, і вже буде зустріч в наступному сезоні? Ну, самое главное, да, щоб вони вот это успели за этих 5 дней немножко, знаете, восстановиться, знаете, и психологически, и морально. И новый сезон, опять-таки, много игр, так что самое главное функционально, физически, морально, знаете, отдохнуть и настроиться на новый сезон.